Каникулы только начались, а в Елауровской средней школе уже идет полномасштабная подготовка к новому учебному году. С сентября здесь начнет функционировать образовательная площадка «Точка роста». В настоящее время проводится ремонт кабинетов, в которых осенью ребята будут заниматься проектной деятельностью. Но в настоящее время у нас идет демонтаж, уже закончили. Сейчас подготовительные работы, уже полы. Вот, засыпка полов идет и подготовка к стене еще. Окна уже заказали. Занятия будут проводиться для учеников средних и старших классов. В настоящее время закуплено более 80% оборудования. Компьютеры, многофункциональные устройства, интерактивные доски. Благодаря этому значительно расширяются возможности обучающихся в освоении учебных предметов и программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей, а также помогут приобрести практические навыки по предметам физика, химия и биология. Ребята уже знают о точке роста и с нетерпением ждут начала учебного года. Ну, это, конечно, очень хороший рывок, думаю, для сельских школ, тем более у нас. Вот, таких ремонтных работ не проводилось, тем более оборудование, вся мебель будет у нас новые. К новому учебному году в регионе будет открыт 61 центр «Точка роста». Это реализуется по федеральному проекту «Современная школа» национального проекта образования. Цель данных центров – повышение качества образования среди учащихся. На сегодняшний день образовательные площадки открыты на базе 132 сельских школ и образовательных учреждений в малых городах. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, УПРАВДА ТВ.